Бизнес как ребенок, его мало родить, его нужно воспитывать и развивать. В основе такого принципа американская модель экономики. Бизнес или семейное дело передают по наследству. Хотите стабильный заработок и качественный бизнес? Начинайте достойно и качественно. Секреты ведения успешного бизнеса знает Барри Алибасов. Миллион нужен только в одном случае. Для того, чтобы жить счастливо, миллион не нужен. Достаточно иметь возможность заниматься любимым делом. Ну дай бог, если у вас любимое дело, не коррекционировать бриллианты. В этом случае да, побольше денег нужно. Но чтобы заниматься чаще всего, чем хочешь, достаточно просто закрыть все другие потребности, на которых 150 штук вполне достаточно. Для развития стабильного бизнеса всего три условия. При этом не надо быть миллионером. Во-первых, стартовать можно от капитала до 100 тысяч рублей. Во-вторых, основывать стабильный и надежный бизнес. Модное направление «быстро замутить» также быстро приведет к краху. И третье условие – бизнес должен приносить удовольствие, то есть освободить предпринимателя от основных дел. Им уже по 40, 50, по 60 лет, и они всю свою жизнь каждое утро приходят на работу и следят за бизнесом, потому что они понимают, как только они из бизнеса выйдут, они перестанут ходить на работу, начнется воровство, компания пойдет в упадок, кто-то кинет, кто-то что-то недоработает, здесь будет какой-то косяк. И вот они вынуждены всю свою жизнь с утра до вечера тратить на то, чтобы поддержать то, что они в течение всей жизни создали. Можно ли назвать это счастье? Сложно. Деньги мешают счастью, уверен Барри Алибасов. Для комфортной жизни человеку нужна сумма, покрывающая основные потребности – жилье, питание и досуг. Все остальное – спорт или рабство. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Анапа регион.